В трудовых коллективах региона продолжает обсуждать послание президента народу Казахстана. Стратегический документ обсудили на электротехническом заводе «Алагиум Электрик». В своем выступлении президент Республики Казахстан Казмужа Мартакаев определил большую роль уделяет росту экономики в сфере промышленности. Президент озвучил ряд мер по поддержке отечественного производства. Президент отметил, что на текущем этапе самая важная задача – это формирование прочного промышленного каркаса страны. Обеспечение экономической самодостаточности, поэтому основной упор нужно сделать на ускоренном развитии обрабатывающего сектора. Крайне важно, чтобы эта сфера получила сырье в достаточном объеме и по адекватным ценам. Чтобы была жизнь комфортной, нужно построить какую-то инфраструктуру. Это должны быть рентабельные предприятия с прибавочной стоимостью, где они будут получать большую зарплату, где справедливые акционеры будут повышать заработную плату социальный пакет наращивать. И это все находится, идет в унисон с посланием президента.